Есть ненужные скины? Продай их на UpX. Подробности в закрепе. Тест, насколько вы похуист в повседневной жизни. Ладно, погнали. Загибайте пальцы, пишите, сколько у вас получилось в комментариях. И дуэты снимайте. Давай. Я могу плакать в открытую в местах, где много людей. Наверное. Я могу без чувства стыда снимать себя на улице. Я использую мат в повседневной жизни, и мне не важно, услышат ли меня окружающие. Я могу остановиться и сесть где угодно. Я могу слушать музыку из динамиков, если я забыл наушники. Мне не стыдно зайти в кафе или ресторан для того, чтобы сходить в туалет. Не, нихуя. Я могу смотреть ТикТок где-то вне дома. Я могу выйти на улицу с макияжем или с мокрой головой. Меня не волнует критика окружающих по поводу моей внешности или стиля. Блять, ну тут тоже сомнительно. Я могу спросить незнакомого человека о дороге или о другой помощи, если таковая потребуется. Наверное. У меня 9. Если... А сколько у вас? 5. Тест, насколько 1. Вы похуист? Погоди, у меня 9. А в чем заключается похуизм? В том, что я больше пальцев загнул или что? Какая-нибудь шкала будет? Ну, что-то какой-то... Здесь долбоебизм путается с похуизмом. Ну, типа, смотреть ТикТок где угодно звучит как что? Типа, а что? Ну, да. Какой-то бред реально. Тест говна. Я хранил этот чек целый год только ради этого видео. Давай. Так что подпишись. Сейчас мы пройдемся по всем продуктам из этого списка. И за год он стал бледным. И сравним цены. Охренеть, в два раза. Первый у нас в списке сок, фруктовый сад. 499. 499. Сейчас он 939. Охренеть. Чё нахуй? Это в каких? Это не... А это в тенге, Васян. А. Фу, я уже тебя хуел. Я же думал, в Москве. Ну, в два раза, алло, это вообще неадекватно, нахуй. 19. В два раза. Почему я с ним трахаюсь, а не с тобой? Потому что я люблю тебя. Потому что я не хочу тебя изнашивать. Потому что я видела какой-то уставший... Охуеть! А, ну охуеть, тогда... это надо ну, запомнить! Ладно. Ты пришел с работы. Я думаю, и что, я со своим сексом еще пристану к тебе, ну? Я берегу тебя, про. Почему я с ним просто, да, хотел сказать. Бать, идеальная хуйня, да, для отмазки? Галюнь, привет, сделай все как на этом видео, не пожалеешь. Все как на этом видео. Всем здравствуйте, я всех рада видеть на своем канале. Меня зовут Елена Войцеховская, я доктор медицинских наук. Моя специальность – психология и психосоматика. Если вы хотите быть богатыми, или вы уже богаты, хотите быть еще богаче, я вам расскажу, как это можно сделать с помощью двух обычных вещей. Берете листочек, обычный листочек, на этом листочке вы пишете букву F. Да, короче, долго, я бы его смотрел, он забавный, но у него долгие видосы. Это пиздец. Внимательно посмотри на карту. Что F? На листочке F написал. И выбери один из шести танцев, которые нравятся тебе больше всего. Погоди, мужик. Внимательно посмотри на картинку и выбери один. Так, какие танцы мне нравятся? Типа вариант, не, ну типа в соло девушка, 4. 6. Мне 6. Кому еще что нравится? Нахуй танцы. 4. Нахуй танцы. Ну выбирай, я поэтому выбрал там один человек просто. Ну 2, не стоит прикольно. Ладно, хорошо. 6, 4 и 2. Погнали. Из шести танцев, которые нравятся тебе больше всего. Этот психологический тест поможет выявить истинное желание твоей души по поводу того, какие тебе нужны отношения. И прежде чем ты посмотришь результаты теста... Чё, парочки нахуй? Сейчас расстаемся, походу, пишись. После эксперта. После Антошки-то расстаемся, да? У всех же пары есть, кто сейчас пикнул? Ну, я в Дискорде спрашиваю. Да. Я говорю, сейчас после Антошки нахуй расстанемся все. Пары находятся. И я что-то зря, походу, одного пикнул. Этим видео поставь лайк и подпишись. Да иди ты на... Совпало. Что совпало? Да ты... Чё совпало? В комментах, наверное, написал. Расслышь. Ты су... Открой комменты. Всего. Этот психологический тест поможет выявить истинное желание твоей души по поводу того, какие тебе нужны отношения. И прежде чем ты посмотришь результаты теста, которые находятся под этим видео, поставь лайк и подпишись. Да иди ты на... Да чё я выбрала, я забыла. Говноед, еб... Где? 4. Вы готовы к полноценным отношениям. Дальше читай сам. Зрелым. Да это же люди просто рандомно выдумали. Где он что написал? Тоже заебить все. Вы прирожденный лидер. Я 4 выбрала? Не, и мне 4. У тебя 2. А. О, почему 6? Я не вижу все описание, даже если нажимаю далее? Подскажите, пожалуйста. Потому что ты попущен.
У тебя нет мода на ТикТок. А у меня есть, поэтому я могу весь текст читать. Так, кто что выбрал? Два. Ты шесть, я четыре. Вова... Вы готовы к полноценным отношениям? Зрелым, взвешенным, продуманным и продуманным. Совместным имуществом, детьми, полным взаимопониманием по всем важным вопросам. Короче, ты душный. Так, кто что еще выбрал? Два и шесть. Вам нужны отношения, основанные на противостоянии. Доказывают, что вы не хуже партнера. Ну, с учетом того, что ты на отъебись тыкнул, это пиздеж. Так, на данный момент... На данный момент отношения вас совершенно не интересуют. Да иди ты нахуй, еб... Чё ты не нахуй высрал? Иди, сопал, нихуя, иди в пизду. Я надеюсь, что ты пи***ри мне жестко... Ай! Осуждаю. Ну я, кстати, не надеюсь. Хорош такой, смотри, давай. Твой парень и его лучший друг встретились. Анастасия, ты тварь. Бля, ну... Ты тварь. Я вообще прикольный, на самом деле. О, это хороший мультик. Яблочки опять этим. Алло, у меня банан не плачет. A few moments later. Блять, это эти яблоки, это пиздец, ор. Это осуждаю, да? Я не хочу извиняться. Матом ругаться нельзя. Ну не злись, пупси. Как же ты банально выглядишь, мать. Я не знаю, вот, ну, была такая, типа, знаете, девочка красивая, да? Да. Взяла... Индивидуально что-то было. Индивидуальность и какая-то. Стала, взяла и стала как все из Петербурга, нахуй. Ну как вот это работает? Не такуська. Я... Да, то есть, когда ты хочешь быть не такуськой, ты выглядишь как все такие же. Как вот, ну, я не знаю, чуваки, как объяснить? То есть, ты хочешь добавить индивидуальности, но индивидуальность была, когда ты не хотел ее добавить. Как вот это называется? Я не понимаю, короче, забейте. Просто вот... Девчонка, кайф. Мне нравится. Бам! Чувиха с дайвинчика. Ага. Пью гараж, сижу в падике. А, простите, если да, это да, Питер да. В парадной. Написано 19 лет в анкете. Привет, мне 16. Что это такое? Да, короче, девчонки, не страдайте этой хуйней. Будьте собой. Вот что я хотел сказать. Потому что, блять. Загни палец, если ты готов обменять своего лучшего друга на это. Давай. Огромный дом. Факт. Четырехкомнатная квартира. Факт. Новый айфон. Факт. Чё факт-то, блядь? Да я вас всех меняю, вы, суки, не поняли? Я вас всех меняю. У тебя друзей нет, они... Поэтому у меня 5 айфонов дома лежит разных. Я всех на друга менял. Машина. Факт. Ночь с любимой актрисой. Не, это не надо мне. Мешок с картошкой. Хотя, если бы я был один, наверное... Ладно. Мешок с картошкой... 100% нахуй! Сейчас, мужик, погоди, вот так сделаю. Лаку да обменять. Загни палец, если ты готов обменять своего лучшего друга на это. Огромный дом. Короче, на все, кроме порт-актрисы, поменял бы. Но на мешок картошки 100%. Стрим сидел, но так и не попал. Вы что, охуели вообще? Я всегда, вот, Васян, я если подхожу, у меня бывают случаи, такие, говорю, что будешь есть? Ничего. Так, значит, я на свое усмотрение что-нибудь заказываю, понял? К моменту, пока приедет, лезет ко мне в тарелку. Лезет ко мне в тарелку, я говорю, ну, стоять! Я достаю, понял то, что я что-то заказал. Заранее. Да потому что я думаю, ну, типа, она мало ест, я, типа, дожру. Типа, я себе просто 3 блюда беру, понял? В хорошем смысле. 17-го года смотрю. Че? Блять, фанфики какие-то опять школьницы. Так это этот, блять, клуб романтики. Кто-то на это дает? Девочки маленькие, да. Пиздец, сходу 2 пальца засунули, пока не разогрело, это нереалистично. Да что она там перебирала так быстро? Че? Верни бабулю, она там штудировала карты. А, это, у нас просто ускорено было. Она залагала, да. Что с тобой, мужик? Ты ему 2 пальца эти вставили или что? Ну, видимо, да. Слышь ты, дорогая, пошла ты. Знаешь, Кли моя с**ка. Я за нее дру, чтобы она мне выпала, сука. Ты еб**ка, ты даже в д**. Дорогая, пошла ты. Ты понимаешь, что я куплю на нее уже 2 года. Я накопила на нее все артефакты, все книжки, все, что ей надо, дура, чтоб ты не думаешь, что она прям, что ты ее так любишь, что, блядь, ты поверишь, сколько я за нее отрыв, чтобы она мне выпала, сука, ты...
Она ее хуй засосит за это. А это девочка еще? Ну, походу. Я тебе говорю, в Геншине это... Имени. Типа, ну, это вообще песня. Ты даже в Геншине не шаль. Бля, восьмёр, что-то. Да пошла ты, бон, зампон, в жопе у тебя балабон. Лошара, иди нахуй. Лошара, иди нахуй. Уничтожила просто. Прикольно, когда ребенок ребенка сливает, блядь. Пошла ты на сосешь хуй своего там альбеда, цай. Кстати. Сосешь хуй там своего альбеда, блядь. Ты вообще на хуй своего там альбеда, цай. Иди ты на. Кстати, ты вообще нахуй не шаришь за Геншин. Я это говорю тебе 100 раз. И отъебись. От нас. Да мне похуй, что мы к тебе первые приебались. Просто ты, который меня бесит. И хочу, чтобы ты сдох. Да и, в принципе, все. Не, ну нормальное желание. Девушка. Я считаю, ничего такого. Типа, отличная просьба. Я думаю, ее даже можно исполнить как-то. Пока долго. Надеюсь, больше не встретимся. Надеюсь, чтобы ты в аду. И, в принципе, чтобы тебя в этой мире не существовало. В принципе, у тебя мозгов нету, так что похуй. Такие девочки милые. Прям не могу. Подружки. Подружки из-за виртуального альбедо, пи***ца. Вот так вот. Хочу быть альбедо. Ты дрыж, блядь, понял, рыжий, уеб***. Он не рыж, ты чё, он с белыми волосами. О, боже, и ещё один. Вообще, по***, я просто так вкинул. Что ты, блядь, давай, может, подерёмся? Вася. Вася просто долбоёбка. За что я в аду сгнил? Пошёл ты на***. Понял, со своим альбедом. Сделайте из этого мем, ребят. Опа, подгончик. В Epic Games Store раздают Dying Light. Причем... Опа, похуй. Считай это последним предупреждением. Еще раз обзовешь меня в интернете, и я все расскажу маме. Это вот ты девки надо было отправить. Считай это последним предупреждением. Ёж обосрался. Сейчас объясню с точки зрения нейробиологии, почему девочкам бесполезно искать богатого мужика, а мальчикам... Опа, ну-ка давай, а мальчикам полезно? Красивую жену. И что это на самом деле не сделает вас счастливыми. Ладно. Наш мозг устроен таким коварным образом, что он привыкает к абсолютно всему хорошему. Даже если это очень-очень хорошее, даже если это то, о чем вы мечтали всю свою жизнь. Да поеб... Нет, да поеб... Система дофаминового подкрепления. Вашему мозгу не нужно, чтобы вы останавливались на достигнутом, поэтому как только вы получаете то, что хотели, например, деньги или чью-то красоту, они очень быстро перестают вас интересовать. Это как это? Как это я могу? Когда деньги как, не интересуют человека. Как я могу получить чью-то красоту? Кто-нибудь объяснит? Я бы у Диппинса все спиздил. С девушкой красивой встречаться. А, она про это. Вам становится вообще... Нет, это неинтересно. А девушки деньги мужчин получают. Ваш мозг заставляет вас считать это пройденным этапом и искать какие-то новые стремления. Поэтому вы никогда не будете счастливы в отношениях, если вы ищете в избраннике или в избраннице какое-то конкретное качество. Именно это качество вам остопиздит за 2-3 года. Остопиздило, постель, гнить, пить дерьмо, властей. Ладно. А единственный способ быть счастливым в отношениях — это строить отношения с человеком, который ваш. Вот как говорила Вера Полоскова, из твоей коробочки, с которым у вас общие шутки, общее прошлое, с которым вы выросли в одном культурном контексте. Да все, иди давай, понятно.